Всем привет, здравствуйте! С вами Геннадий Горин. Я хочу вам сказать, что я не музыкант, я не умею играть на музыкальном инструменте. Это просто мне подарили на день рождения музыкальный инструмент. Итак, сейчас я попробую, что выйдет у меня, какая музыка. Ну что? Все, концерт закончился. С вами был Геннадий Горин. Я не музыкант, я просто попробовал сыграть на музыкальном инструменте. Всем пока, всем пока.